Все знают, что великий русский хирург Пирогов был великим русским хирургом. Но мало кому известно, что в свободное от операции время он еще немножечко шил. Пришите мне руку. Пришьем, обязательно пришьем. Успокойтесь. Где рука? Где рука? Две левых. Где? А вот. Пришлите мне руку. Что делать? Что делать, доктор? Минуточку. Подержите. Так, хорошо, сейчас, сейчас. Вот так, что делать? Вот так уже хорошо. Ага. Уже вот так хорошо. Все понятно. Все понятно. Как же я подевал-то? Что такое? Подожди, мне хоть видно. Скажите мне сразу. Сразу мне скажите. Мне можно помочь? Помочь мне можно? Помочь можно мне? Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Так. Скажите сразу. Что можно сделать? Ой, ничего страшного. Это пошло.